киноконцертном зале «Панорама» чествовали победители конкурса «Грани». Это региональный фестиваль, который позволяет увидеть, что умеют делать коллеги, познакомиться с мастерами своего дела. Для начинающих специалистов это еще одна возможность посетить мастер-классы известных репортеров, ведущих и редакторов СМИ. Наша съемочная группа побывала на вручении наград. Финал конкурса «Грани» состоялся по традиции в День российской печати. В ККЗ «Панорама» собрали журналисты, которые в течение года освещали самые интересные события, писали статьи на самые злободневные темы. Мастеров своего дела поприветствовал губернатор Игорь Рудени. Я сегодня рад приветствовать всех журналистов, которые здесь присутствуют, людей, которые имеют отношение к этой очень важной профессии, и поздравить их с наступившим профессиональным праздником – Днем российской печати. Нередко информация журналистов помогает нам, ответственным руководителям, оперативно принимать решения по актуальным для нашего населения вопросам. Телеканал «Тверской проспект» получил гран-при конкурса профессионального мастерства «Грани» за серию прямых трансляций самых значимых событий Верхневолжья. Это были культурные, спортивные и патриотические мероприятия. 1 и 9 мая, бессмертный полк, форум муниципальных образований, божественная литургия в честь 700-летия подвига Михаила Тверского в Спасо-Преображенском соборе, богослужение патриарха Кирилла из Торжка, крупнейший форум Digital Days и другие мероприятия, которые увидели зрители канала. Сама программа была посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне, поэтому церемония награждения прошла в соответствующем стиле, с песнями и стихами о войне.